Компания «Баш Автотранс» выставила на продажу здание Северного автовокзала Уфы. Начальная цена лота свыше 83 миллионов рублей. Шаг аукциона 830 тысяч. Об этом сообщает «Коммерсант Уфа». В составе лота здания автовокзала две платформы. Эстакада, подпорная стенка, ограждение и площадь. В общем, более 7,5 тысяч квадратных метров. Торги назначены на 15 января 2018 года. «Баш Автотранс» – крупнейший государственный перевозчик республики, стоимость чистых активов около 1,3 млрд рублей.